Ну где ты? Ну блин, джавелин не стреляет в помещении. Ей, всем привет, дорогие друзья. С вами Димас, Васаби Скромник. Серега, пацанчики, поздоровайтесь. Всем привет. Всем приветики. Самая любимая ваша рубрика «Аниматроники пугают охранника». Поэтому, если пьете, кушайте, приятного аппетита, а мы начинаем выживать. Ну и как всегда, Серега у нас злой аниматроник. Он отлично. Так, надо включить фонарик, чтобы мы его видели. Кстати, скачали мы мод на ход, теперь мы видим, у кого сколько жизни. Ну, это для очень крутой рубрики, которую вы скоро увидите. Слышишь? Да, Я закрыл, он вентиляции полз. А нет. Он отлично, выживаем. Стеной. Тогда. Я слышу его. Я его слышу. Блин, такая музыка здесь стрёмная. А этот раньше был здесь кекс или нет? Кейк 5 фунт. Вот он, Дим. Я вижу. Раньше не было этих кейков, может их надо на карте все поискать? Так, ребятушки, будем сегодня искать кейки. Серега, добавили на карте какие-то кейки? 5 штук надо найти. Ё-моё, ты хочешь моей смерти? Ребята, кто испугался, ставьте лайк, потому что я реально испугался. Это очень стрёмно. Откуда? Отсюда. Так, потихонечку ползем. Интересно, реально 5 штучек надо найти? Я его слышу. Я его слышу. А я здесь хожу. По вентиляции? Да. Закрывай, закрывай. Отлично. Отлично, ребята. Давай посмотрим камеры. Так, подождите. Отлично. Давайте здесь откроем. Так. Смотрим камеры. Надо поворачивать. А ну клацай, камера, я буду смотреть. Нету. Вот он стоит. Где это у нас? Это... Так, в дальнем коридоре. Это получается недалеко от нас. А, нет, в самой дальней комнате. Или нет? А где мы находимся? Вообще, вот тут, да, мы находимся? Ну да. Коридор. Да, он там находится, ребята, вот тут он. Слышишь? Он бежит, отлично. Вот он. Что-то болтает. Так, ребята, нам скоро на обход. Подвал. О, куда он телепортировался? Мне кажется, он невидимым стал. Да? Ты, нет, была бы тень тогда. Нету тени от него. Я его слышу. На лифте едет. Открываем. Так, если что, закрыть. Закрыть мы успеем. Так. Нифига себе, это мощь. Радио можно включить. Слышу, едет. Лучше закрыться. Лучше закрыться, потому что стрёмно. Так, светим фонариком. Где-то он тут. Чё, пустой лифт ехал, что ли? Открываем. Так, спускаемся. Едешь со мной вниз? Пошли, 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 быстрей. Едем вниз. Все отлично, ребятушки. У нас сегодня обход. Так. Надо взять фонарик наш очень крутой. У нас тут есть, короче, такой мод классный. Сейчас покажу его. А! Я успел. Нет, я не успел. Ну, блин, но... Представляете, как в лифте закрыться с аниматроником? Реально можно обосраться. Серега, ты молодец. Так, сейчас все-таки найду. У нас есть этот фонарик. Дима, он спит на той камере. Ты думаешь? Я его вижу. Так, 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 подожди. Сейчас, сейчас, сейчас. Блин, забыл уже. 1000 лет это оружие не брал. Он перевоплощается. У нас что, нет этого оружия? А, вот есть оно. Слышите? Аниматроник там. А как, где он? Ты уверен? Дима, я вижу твой фонарь. Вот он, вот он, вот он. Я бегу. Там аниматроник что-то глючит его.
Я слышу. На камеру можно посмотреть. Ты чё он кричит? Больно, наверное. Все, он сдох. А, я не сдох. Я думал, я сдох, рука была только одна. Оп, быстрее. Закрываемся. Я его боюсь. А, ну два, смотри, где он. Он к нам сюда бежит, сейчас появится здесь. Ребята, смотрите. Вот он. О, добрый. Лепим, чесветим. Так, давай пока откроем, никого нету. Блин, стрёмно, ребята. Зная Серега, ты неадекватного челика. Давай камеры чекать. А, блин, это же полочку удалить. Нету. И здесь нету. Блин, а где он? Где-то же ходит. Эй! Как он тебя убил? А! Да подлец, блин, прибежал! Мы что, вентиляцию забыли закрыть? Ё-моё! Серега, молодец! Использовал нашу слабость. Ну, я а что? Я его в последний момент увидел. Я не успел. А я думаю, что за челепиздрик там ногами шелестит? Я такой сижу, такой... Ну, Серега, ну я же наполовину добрый. Ребята, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Ролики выходят каждый день. И кто хочет с нами пообщаться и позаписывать, заходите в наш Дискорд. Ссылочка в описании. Открывай меня. Так, закрывай. Обязательно закрывай, потому что этот псих, я его боюсь. Блин, а что у нас нет? У нас порталов нет, что ли? Нет. А были же порталы. Ты их удалил? Вентиляции. Значит, обновили. Я не удалял. Вентиляция. Да внимай его. Дверь закрывайте, а то. Все, мы открываем. Я бы не открывал. Спасибо. Ах ты хитрый обманщик! Все, скример да, кинул. Я не спорю, молодец. Так это нечестно просить, чтобы открыли дверь, а потом сразу убивать. Так вы оно у вас постоянно закрыто, алло. Так мы боимся тебя, ты неадекватный. Серега... Так у вас энергия тратится, алло. Да, точно. Серега, тогда мы неадекватные. Ой-ой-ой-ой-ой. Она открыта. Слышал? Я слышал выстрел, как кто-то на лифте. Так, а где он? Я же слышу, он где-то ходит. Блин, я его слышу, ребята, он тут. Сидим. Слышите? Эй, псих. Ты где? Ты в подвале? Я пойду в подвал. Пускайся, помогай мне, я в подвале здесь. Я тоже. Выводи меня. Я испугался. Он тебя не убил? Это фантом был. Блин, а как же тут? Тут есть где-то заныкаться вообще? Нычки есть тут? Шкаф в офисе охранников. Точно. Ты о, что, стой. Так, Сережечка, ты где? Я? Секрет. Это ты вызвал лифт? Нет. Слышишь? Блин, ребята, очень страшно. Очень страшно. Если бы мы знали, что это такое, но мы не знаем, что это такое. Это он разговаривает. Все, поехали вверх. Серега, я тебя пригвоздил? Я тебя пригвоздил, но я извиняюсь, я не хотел. О. Ваша цель выжить, а не убивать. Нифига себе тут кровище. Дима по-своему уже ударил. Я случайно. Ну ладно, пойдем. Нифига себе здесь у нас кровище, это аниматроника? Серега, я тебя что, не пригвоздил, что ли? Ой. Пригвоздил? А как? Я же должен был пригвоздить. Вовремя слинял. Как ты так скример кинул, прикольно. Офигенно, ничего не видно. О, точно, еще одну черепушку нашел. Ребята, а что будет, если я найду все черепушки? Серега, пасхалку на карту добавили. Да. Отлично, васаби скромник.
сказал закрыть дверь. А, это как ты убил на расстоянии, Серега? Так это же нечестно. Хорошо. Не хотелось то по-плохому, не хотел. Но, видимо, придется. Блин, черепушки так прикольно заныкают. Надо теперь обыскивать всю карту. Так, пока есть два нашел. Ребята, если соберется на этом ролике 3000 лайков, мы обязательно снимем ролик, где я соберу все черепушки. Я еще нашел одну черепушку. Я ее собрал. Ребята, еще одну надо найти. А, не, еще две. Ой, ну Серега. Блин, необычно, что пасхалки добавили. Они в таких местах прикольных заныканы. Да ты задрал! Псих! Вот почему у вас обескромника есть это... а у меня нету. А у тебя нет. Но я же собираю эти пасхалки. Для подписчиков. Я несколько раз получил по лесу и забоялся. Не бойся. Правильно, что боишься. Серега добрый. Уже съест всех детей на свете. Так, а ты точно не где-то? Так, здесь нету, а ну-ка. Он невидимый. Да? Дима, он возле тебя. Подождите, а это? А, блин, я застрею. А где он? Где он? Где-то в коридоре. Я его слышу, он прям возле меня. Блин. Да блин! Ну... Прям лицом об стену. Засранец, а? Ой, я теперь вижу, как у него жизни тратятся. Ай-яй-яй-яй-яй, прикольно, видно теперь этот КП, как тратится. Так, ребят, давайте что-нибудь возьмем помощнее. Ой. Опа, пригвождатель, я вижу. Следы тут мои. Где ты? Он на лифте. Ого, я сам себя убил? Да. Понял. Так, по-любому тут где-то должен быть черепок заныканный. А ты не забывай, что есть еще подвал. Да? Да. Так я уже там еще. Да блин! А! Ну это невозможно против аниматроника с таким оружием, ну очень сложно. Да, Сережечка? А для чего пригвардатель тебе? Так я все равно и брал его, ты меня убивал. Так ты вблизи ко мне, конечно же, был. Вот и убивал тебя. Где ты? Не вижу врага. Он в подвале. А, в подвале? Я иду. Наверное, вот и джавелином я его не убью, это точно. Я найду. Блин. Ну где ты? Ну блин, джавелин не стреляет в помещении. Так я тебе говорю, что на воздух стреляет, а потом... Ну я, блин, знаешь, на дурачка хотел, а вдруг? Ну хорошо, хорошо, Серега. Я как аниматроник, я защищаю последний темный кекс от вас. А ты его нашел? Да. Так покажи, где он, если все-таки давай откроем пасхалку. Сколько у вас, 4 из 5? 3 вроде я нашел только, значит еще надо больше найти, да. Я чуть не понял, что я в подвале. Да он вообще псих какой-то. О, кто ладно, там ходит? Даю с ворот отдышки пока. Ну кто-то ходил, я видел. Шестой. Это шестой Дима, чтобы ты понимал. Сережа. Шестой Дима. Прощай. Да. Ребята, новые бомбы. Всем привет. Приятного аппетита. Сегодня у нас очень крутая рубрика «Аниматроники пугают охранника». Я буду играть за злого аниматроника, а пацаны за потерпевших охранников. Если опять кушайте, приятного аппетита, а мы начинаем веселиться и угорать. Погнали!
Закрыто, отлично. Начинают пацаны выживать. Вы что думали, погуляли? Их молодец! Успел, молодец! Блин, так я профессионал. На, по носу. На. Ну что, пацаны, открыли? А я добрый, видите, у меня режим переключился сам. Опять злой стал. Беги, Форс. Бегите, глупцы, бегите. Не успел, успел, дверь закрыл. Хорошо, так, давайте другого аниматроника возьмем. Зачем ты открыл дверь? Вот зачем он открыл дверь? Блин, классные текстуры на аниматрониках. Вот посмотрите, прям как детализировано все сделано. Очень круто. Мужики, вы за слева, я за правой. Так. О, у нас же есть еще, я знаю, другие аниматроники крутые. Сейчас мы их... А, то и просто NPC-шки у нас. Во. Ого, голова. Это аниматроники, которые я беру очень редко. Страшно. Страшно. Не успел, не успел. От смерти не уйдешь, офинтеть. Дим, я ведь профессионал, я так хотел второй раз сделать. Так, я буду сюда менять аниматроника, когда буду вас убивать. Так, чеки руки в боки почему-то. Так, эти недоделанные еще аниматроники. Ой, твист я давно не брал. Смотрите, какой звук у него прям ходьбы. Он очень тяжелый. Успел, ладно, успел, молодец, блин, на последних. Да ладно, я хотел ногу, знаете, подставить, но боюсь, что ногу придавит. Так, давай, блин, еще чуть-чуть, ты зараза, а. Хорошо, хорошо, ребята, разогреваемся, давай. Есть, я прорвался, ребятушки, ну что? Ты чего, подлец? Вот это ты сальтуху сделал. А говорил, сальтухи делать не умеешь. А я выжил, Дим. А я выжил. Я тебя на потом оставлю, ты не переживай. За кусочку. Так. О, такого возьмем. Есть! Да что ж вы не закрыли-то? Хорошо, Гуф один пострадал. Несчастный. Смотри, дверь. А где вы? Налево побежал. А нет, направо побежал. Так, берем другого аниматроника. У нас очень много, ребята. Давайте, если ролик наберет 4000 лайков, мы снимем обзор на аниматроников, потому что мы давно делали эту рубрику, с того момента обновили текстуры, пилпаки, скримеры, все пообновляли. Поэтому 4000 лайков, и мы снимаем, какой аниматроник самый крутой. Йога, ого, гигантский кабан. Даже в камеру не влазит. О. Оно, мужики, смотрите, ходит. Крячка. Так. Хорошо. Дим, чтобы защититься заранее, я убил своего товарища дверью. О, привет. Ах, вы мужики. Еще говорите, я выжил. Там же шкаты. Ты выжил? Я опять выжил. Дима! Зря ты просто это говоришь, что ты выжил. Я просто знал, что ты долго не проживешь. Так. Закусочку съел, да? Поднимаемся выше. Ой, он такой медленный. Ой, офигеть. Я выжил на камере. Я иду. Очень медленно иду. Почему я так медленно иду, я даже не понимаю. Аниматроник очень медленный. А он убивать не может. Он просто рахит. Гуф. Он не убивает. Он умеет убивать вроде. Не, этот не умеет. Так, бабка Гренни у нас будет потом. О! О! Привет! Да как бака! Чё за дверь у вас, этот, читерская? Так, я ухожу. Я ухожу. Руки в боки. Какая-то странная анимация у меня. Очень странная анимация. Так, валим. У тебя нормально авторитетом? Да, все четко, не ссы. Я сейчас тебя и приду и замочу. О! Мужики, идет. Приехал по твоей стороне. Открывай. Ну, молодец.
Ну не молодец, обманул, ребята, обманул. Блин, эта тактика всегда работает, и в этот раз тоже сработала. Мне нравится. Ребята, не забываем ставить лайк, подписываться на канал. Ролики выходят каждый день. Стараемся снимать каждый день что-то интересное, веселое и которое поднимает людям настроение. Так, хорошо, попались. Видите, пацаны, вроде отранники хорошие, но попались. А, вот и говно в осаде. Извиняй, обстоятельства. Так, чуть послабее режим вам. Ну ладно, это сильно простой аниматроник. Закрой дверь, гуф! Валим, валим сюда. Так, сейчас надо взять быстрого. Я его нас анимирую. Пацаны, повышается сложность. Угу, смотрим, кого он берет. Он взял эндоскелет, побежал, куёк по твоей части. Нет, по части гуф! Есть! Что за ловушка, дверь вонючая? Что это за дверь, убийца? С одного раза убила. Где она сломала? Ну потому что я очень злой. Разозлился на вас я. Где бы тут тебе жертву дали? Куёк по твоей части. Нет. Побежал, да, по зря стоишь. У нас сегодня никого не щадим. Мочим по всех и вся. Купи твоей части. Как дверь закрыта? Чё, Дим, там стоишь? А чё вы не открываете мне калитку? Здесь ты выглядываешь там. Эй, открывай! Ой. Пацаны, я ухожу. Ладно, ладно, это очень читерский. Какой-то имбовый аниматроник. Давайте возьмем какого-то полегче. Это прям очень жесткий. Поехал, говори почему. О! По чьей части идет? С куёки, наверное, моей. Помни, как стоит. Так легче будет. Я уже там дверь закрыл. Открывайте! Нет. Нет. Слушай, Дим. Дим, можно открыть и тебе сразу выстрелить? Не, у тебя... Ну давай, давай. Вот и говно. Это не получится, но я очень злой. Это так не работает. Так работает. Так, берем дальше аниматроников. У нас вроде серия, где самое большее разнообразие аниматроников в этой серии. О! Блин, я вообще этих аниматроников не брал. Точили пиздрик смешной. Они, кстати, раньше не работали у нас, стали работать. Вот, появился еще один пак на обзор, который реально мы не делали. Ты что, он потешный? Так, что он есть? Что он может? Дим, нам выдали табельное оружие в аренду. Хорошо, хорошо, пацаны, это вас не спасет. Я опять взял табельное оружие в аренду, я все беру в аренду. Я тут. Отлично. Так, я тоже взял в аренду оружие. Ну так чё вы не используете его? Оружие свое, когда все вам выдали его. Ах ты, секунд! Хорошо. А я сейчас подловлю, я сейчас, короче, беру быстрого аниматроника. И начинаю вас гонять по всей карте. Вот теперь. Привет! Ах ты, блин, за то, что скорость большая. Не успеваю в дверь залетать. Привет, мужик! Ты чего расстрелялся? Хочешь, выдали оружие, почему бы и не пользоваться? Я замочил. Ну, ты оружием пользоваться не умеешь, просто поэтому так получается. Да на бойки. Так, ребятушки, я вышел на охоту. Не надо, Дим. Невидимый! Я сзади был тебя, я был сзади тебя. Я тебя не видел. Я телепортировался. Ну, вначале был невидимый, да, чуть-чуть. А ну, вас обидай сюда. Дай. Хорошо, давайте возьмем другого аниматроника. Короче, давай его сразу будем встречать. Плюш-трап. Ты по какой части идет? Я, короче, вот тут сразу. Ты не успел, потому что дверь была... Я в живот, короче, с ноги дал. Отлично, ребят. Дурак, что ли? У меня 8500 жизни. Такое уйди, оружие не я пойдет. Вижу, уйди. Я ухожу. Да, блин, калитка вонючая, не дала зайти. Так,
Так, так, так, так, так, так, так. Есть, я успел зайти. Открой. Ну что, пацаны, вы какие-то слабые сегодня. Наверное, аниматроники, чувствую, побеждают вас. Последняя стычка. В течение минуты, если вы сейчас попадетесь, то вы проиграли. Готовы? Ау. Так, да кого же взять, чтобы им все-таки была какая-то фора, не так читерно было? Может, подождите. Я буду правой двери. Пуёк, отойди, отойди. Мельком. Вот, самый средний аниматроник. Дурак? Это была попытка хорошая. Вы растяжку поставили против меня? Я поставил растяжку. Открывайте, я вас трогать не буду. Не верю. Я обещаю. Дим, дай пять. Дим, дай пять. Пять? Дай сюда. Где? Давай. На. На. Отлично, отлично. Ну что, давайте пробовать обманывать. Главное условие, чтобы у вас дверь одна была открыта. Ого. Я за такое буду наказывать. Ты смотри, еще бы чуть-чуть не успел бы. Дим, так я последний момент. Есть! Все, минута, вы не успели, я выиграл. Все, уходите с своей территории. Это моя пиццерия. Ух ты, вы что там жахаете? Отлично, отлично. Так, все, Гуф, уходи. Уходи давай. Все, это моя пиццерия. Ты дурак, что ли? Ты успокойся. Так, ладно, я вспомнил, мне надо уходить. Это тебе за то, что ты расспрашиваешь. Всякое дерьмо здесь. Типа, иди сюда, слушай, у меня тут для тебя подарок хороший. Не надо мне твои подарки. У меня есть свои подарки. Сюда. Очень хороший. О, у меня тоже очень хороший подарок. Иди сюда. Нет. Готов? Нет. Ну типа, ты ж начни с лайтовенького, не так, что мы сейчас за 10 секунд будем сливаться каждые 5 секунд. Хорошо. Хотя если ролик наберет 3000 лайков, мы снимем ролик, где Серега будет играть максимально сложную ночь. Откуда? А с фигалина в первую ночь пришел к нам Golden Freddy. Где ты такой, Серега, видел? Так, я понял. Серега, у тебя свои скрипты и свои прописанные сценарии. Сейчас, наверное, придет марионетка, из окна вылезет, да? О, Чика на лыжах приедет. Что случилось? Я просто закрыл дверь перед Фоксом, он меня успел. Нифига себе, так ты не пустил его сюда, я живой остался, потому что я был в офисе. Так, все, внимательно чекаем. Ты молодец, полупрофессионал. Это как полулох, но полупрофессионал. Не знаю, там смотри сам уже. Ребята, кто хочет с нами записывать и просто пообщаться и повеселиться, провести хорошо время, заходите в наш Дискорд, ссылочка в описании. Любой может зайти, пообщаться и записаться. Когда мы записываем на 8, и бывает даже на 16 человек. Так, подожди, это с твоей стороны? Нет, это с моей. Ушел? Флокси! Так, васаби скромник, ты твоя сторона или моя? Давай, нормально, чекай. Давай, короче, включим. Чтобы. Вот, мы Флокси видим теперь, все. Он ваш Флокси, он ушел? Да. Ну ты, Серега, вообще молодец. Молодчик. Кстати, мы еще не разыгрались. Давно мы не записывали, когда именно Серега, как всегда, наказывает нас. Что за фигня? А что это было? Вот он, фиолетовый Фредди. Из-за и потемнел экран из-за этого? Да-да-да. А раньше такого не было. Или было? Было, раньше было. Это я жму на кнопки. Понял. Кнопушки, да? Да возьмите телефон. А не зву... А, звонит? Пришло! Ушло. Уходи. Внимательно, ребята, внимательно. Блин, Серега, ты какой-то стрёмный. Хотя я знаю, если бы ты хотел, мы бы умирали бы каждые 5 секунд. Но Серега пока месть нас щадит. Первая ночь уже, да, Серега, кончается или еще такое начинается? Нет, начинается. Понял. А у тебя как сложность ночи? Равномерная или чем дальше к ночи, тем сложнее, да, будет? Чем дальше ночи, тем сложнее. Представляешь, что будет в 5 или 6 часов? А мы доживем? Да, мы доживем. А мы уже умерли. Это же наши призраки, все уже. Пойдет. Да откуда ты наплодился? Так, смотрим, Фокси должен бежать. Нет, Фокси а стоит. Там Бонни еще, там Бонни. Нифига себе, он что, с одной стороны решил напасть? Да, он кинул и Фокси, и Бонни. Понял.
Внимательно чекаем. Что, Серега, решил на нас все свои силы бросить? Мне кажется, он бы нас убил, если бы хотел все силы сбросить. Камеру поставил. За вами наблюдать красиво. Ну конечно, он же смотрит, где мы бегаем, что мы чекаем, какую дверь. Он до сих пор там стоит. Сережа, не шали. Я камеры ставлю. Ничего ты же добрый, да? Нет, я злой, ты сам сказал в начале ролика, что я злой. А, точно, ты же злой, точно. Блин, ну ты все помнишь. У тебя с памятью проблем нету. Опять пришел. Злопамятный. Бейте его. Опять вперед вы пришел, Дим. Угу. Что тебе надо у меня дома? Чика стоит. Тут еще, знаю, помню, приходит Бонни с гитарой. Той Бонни. С гитарой? Да. Есть, есть тут такой, да, Серега? Ух, да как, а как узнать, когда он приходит? Я не понимаю. А что, музыку что ли не слышу? Не, а у меня нет, у тебя есть эта музыка? У меня нет есть. Тоже музыки. Я не Блин, знаю. Серега, может, у меня не скачаны все моды какие-то? Видимо, ты ничего, что-то не докачал. Может, FNAF Sound Pack-то надо мне скачать? Блин, точно, мы не скачаны. Еще и Фокси. Фокси, Серега, ну что ты? Это 2 часа ночи уже. А, это уже ближе к середине, я понял. Смотри, левый верхний угол. 2 часа у тебя нету? Не-не-не, нема еще. А кто нажимает, ему и отображается. А, у меня отображается. Да-да-да-да-да. Ты же профессиональный злой аниматроник. О, Фредди стоит, опять сыт. Ты че тут пришел к нам? Подлец. Уходи отсюда. Дима! Закрывай! Закрывай! Блин, это жесть! Ему не понравилось, что ему подсрачники надавал его. Ха-ха-ха, сейчас уйдет. Дим, скажи... Да их двое, да ладно. Один, получается, стоит возле двери, а один сыт. А третья пришла. О, четвертая. Да как? Их тут по двое. Серега, как ты они это сделал? Размножаются. Да это вред, так не может быть. Что это за вред? Двое. Так, пройду? А, Фредди можно пройти. Так, отлично. Стоит чилипиздрик. Фиолетовый. Чика ушла. Двое Бонни. Серега, как ты это делаешь? Магия. Где двое Бонни? Один стоит возле стены, один возле двери. Закрывай двери! Быстрей, быстрей, быстрей! Да с другой стороны сзади тебя. Да не ту кнопку. Игра с профессионалом. Хорошо, что я нахожусь с ним внутри. В лобжоп, давайте проверим, убьет он меня или не убьет. А, не убивает. Так, ладно, я иду на свое место рабочее. Ты как пройдешь? Там ведь закрыто. Вот ты что делает, а? Серег, ты что такой псих? Подожди, тут невидимый. Дает, дает. Смотри, он ушел. Все, открывай калитку мне. Заходи. Отлично. У нас энергия не садится, я понял. Ну, 2 часа еще. Ну да, я понял. Уго, длинный час такой. О. Опа. Голден. Да как? Серега! Ну нет звука, ну Сережечка, ну нет звука. А он убивает моментально. А, это сам пришел? Да, это он уже сам. А-а-а, вот так значит. Дима, чтоб ты понимал, там дается где-то секунд 3-4, даже 5, чтобы вы убежали. Понял. Из комнаты от Golden Freddy. Ну видишь, мы не слышим звук, поэтому мы не можем убежать, мы можем только слиться. А ты еще назад смотри, назад, вот за стеклом, может быть, там появится Golden Freddy. Ну, когда он тут садится в углу, мы его никак не видим. Закрыли. Красавчик, смотри, как атакует, сразу с двух сторон. Ты хотел одновременно или нет? Ну, можно и так сказать. Ну, у тебя не вышло, ты нас не обманул. Да ничего. Сможешь нас убить без Golden Freddy? Да, конечно. Ну, давай, покажи вещи, давай. Я в тебя верю, ты сможешь. Так, Фредди долго стоит. Так, Фокси стоит, Фокси неактивный. Не открывай, не открывай. Там никого нет. Он нам ничего не сделает. Подожди, подожди, подожди. Чекаем. Ушел? Да. Всех надо еще... А зачем ты открыл? Надо ждать еще, когда аниматроник уйдет. Еще 5 секунд ждать надо. Я его не видел. А, ну это ты проиграл. Я живой еще. Фредди. Где? Да ё-моё. Ты выжил? Ты выбежал, да? Ну ты молодец, видишь? Не такой, как я. Не такой профессионал, как я. Середина ночи, ребята.
Энергия тратится. Блин, я думал, энергия не тратится. Открываем калитку. Что? Нет. Отлично. А что я застрял? Чика пришла. Так, Бонис, ты так, не открываем двери, я буду контролировать теперь, когда мы открываем двери. Стоят, стоят. Серега, уводи их, они долго стоят. Энергия так кончается. Сами. А, сами, да? Дожди их, я не сами, могу сами, с усами. Да. Ушла, ушла, ушла. Еще ждем пару секунд. Ждем, открываем. Отлично. Так, Фредди стоит. Так, лучше не выходить лишний раз, закрываем. Видишь, страшно. Как надо играть? Страшно, очень страшно. Если бы вы знали, что это такое, но мы не знаем, что это такое. Не, мы знаем, что это такое. Это Серёжа. Так, Серёга вообще. Да-да-да, скоро будет утро, и Серёга нас не смог выиграть. Представляете, насколько мы мощные? Да. Молодец, да как ты увидел? Как он бежит, он стоит. Он бежит. Да он бежал и стоит. Они тут как-то раздвоенные, что ли? Это обман получается. Да я вас дурачу. Там еще и Бонни стоит. Да как ты нас дурачишь? Ты двойников пускаешь. Серега, так нечестно. Ушел, 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 ушел. Отлично. Ну, васаби стромник, ну что ты делаешь? Ну как вы... Серега, в следующий раз мы, наверное, пойдем чисто с тобой вдвоем. Вот тогда будет по-честному, согласись. Да. Или я буду нажимать. Я успел закрыть, я успел. Так, сколько у тебя часов, Серега, там уже? 5 часов уже. Мы сейчас пройдем ночь? Где проиграли 100 раз? Это будет трэш. Мы проиграли 99 раз Дима. Да не, мы проиграли 5 раз. Ребята, напишите в комментариях, сколько раз мы проиграли. И напишите в комментариях, если нам записывать аниматроники пугает охранника, какую нам часть записать на какой карте. Какую больше часть напишут, на такой мы и запишем. Там еще Бонни стоит. Не, я не буду открывать, я боюсь. Я хочу, чтобы мы до утра додержались. Мы даже не будем открывать калитку. А что там по энергии? А, энергия? Это хватит еще. Ой, Дим, ты куда? А я проверяю, что Серега здесь делает. А, мы прошли! Мы прошли? Да, не прошло и года. Ну, Серега, ну давай по-честному, мы проиграли. Ёкала мене какала. Ну, блин, ну, Серега, ну это, блин, сложная ночь была. Это первая ночь Дима. Так, короче, Серега, давай ты сейчас попробуешь А, ну ты уже это сделал, ну, блин. Блин. Я хотел, чтобы ты сделал челлендж убить максимально нас быстро. Сейчас, вот, давай, давай карту аннулирую сейчас, подожди, чтобы энергия была полная. Так, ребята, сейчас Серега попробует нас максимально быстро убить, но без Golden Freddy. Согласен? Да. 3. Подожди. 2. 1. Жесткая ночь началась. Дерев, сколько мы продержимся? Меня дверями убила Дива. Ну ничего страшного, это ситуэйшн. Так, отлично, отлично. Серега решил быстро напасть, но быстро отступил. Ну там не было никого, ну нет. Ну вы, ребята, видели? Вот посмотрите еще раз. Ну никого не было там к чике этой. Так у меня тоже самое. Это бред. Серега, ты... Ты жопой нюхаешь цветы. Всем привет. Приветики, омлетики. Если опять кушайте, приятного аппетита. Аниматроники поют охранника, а Серега у нас сегодня злой аниматроник. Погнали. Закрывайте сразу двери, давайте проверим все. Извиняюсь, обстоятельства сложил своего. Куёка, не надо лицом щелкать в большой семье. Ребята, как и обещали, мы добавили новые пилпаки. FNAF 4, они доделаны. Теперь уже не только это NPC, а полноценный пилпак. Который Серега будет нас мочить. Раз, два, три. Аниматроник. Выходи. Замри. А ты будешь кнопки нажимать? И не только кнопки. Я понял, у нас сегодня, ребята, смешанный режим. Я не ожидал, что придет аниматроник. Да. А я жду. Думали? Смотрю на камеру, слезы с глаз идут, а Сереги нету. А я притаился, знаешь, как червяк. Так, откуда он пришел? Откуда пришел? Это Фокси. Вот еще. А он, короче, понажимал все кнопки и пошел гулять. Они 7 часов будут неделю приходить к нам.
Ребята, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Ролики выходят каждый день. Стараемся снять что-то интересное, которое попадает в тренды и набирает миллионы просмотров. Значит, что? Мы делаем все правильно. Мы на нужной волне. Выходи, давай, иди, не бойся. Иду, иду. От блин, хотя. Это чтобы он вышел. А я хитрый жук. Серега так делает, чтобы у нас и тратилась энергия. Да. Вот блин, ребята, станет сейчас намного сложнее. Ходят аниматроники. Серега, помнишь фонарик, который был Underhell? Они его переделали, он теперь шире стал показывать. Да ну. Серьезно, он уже не такой узенький луч. Прям широченный просто. А давайте с обычным фонариком. Да, обычный фонарик мало светит. А этот прям вообще светит дебело. И что, вот это именно луч. Именно он сидит. А, не пошел. Так. А где? Сейчас Серега сам придет, я уверен. Налево пошел. Я вижу, вижу, идет новый аниматроник. Так ты впусти меня, аж проиграю так. Я ж боюсь его. Так, здесь мы не видим ничего, да? Идет? А, он слева, он слева. Я его слышал. В коридорчике там стоит. Закрывается, что дверь. Блин. А, пока дойдет и год кончится. Мы успеем, смотри, как он медленный. Опа. Офигушки. Блин, новые аниматроники, ребята, очень круто сделано. Так что лайк за новых пилпаков аниматроников. Мне радует, что все-таки делают новые пилпаки, моды, карты. Некоторые карты по FNAF делают и подписывают, чтобы Димас ТВ типа снял. Так приятно. И чё там? Там? Он упал. А там чё? Он специально делает затишье, чтобы резко прийти нас и убить. Будьте внимательны. Сейчас все на стороже. Очень внимательно. Давай, Дима, смотри дверь. Да, я слева я смотрю. Я прям топор держу, буду его топором бить. О, ты фиолетовый человек. Блин, фонарик шикарный. Теперь лучше, чем обычный. Скажешь, если что, закрывать? Да-да-да. Он прошел мимо, я видел его. Идет, идет, идет. Тебе? Опа, звук появился, не было же звуков. Закрывай. Молодец. Отлично. О, голова вылазит. Я тебя повылажу здесь. Блин, такие механизмы крутые. Ушел, открываем. Отлично. Так, я пройдусь немножко, посмотрю, что там у нас. Какая-то невидимая стена мешает. Никого. Смотри, чтобы он тебя там не цапал. Не-не-не, я делаю все очень четко. Надо обход сделать. Пиццерия большая. Блин, а я выживу, я выживу. Я смогу обмануть. Пацан, здесь аниматроник. Он у тебя там? Да, он машет мне рукой, типа, я так понял, что у меня жопа. Прикольная анимация, ребята. Давайте 3000 лайков, и мы снимем полноценный обзор на пилпаки, которые у нас есть новые. Потому что есть 3 пака новых. Они, конечно, не все новые, но вот этот новый, а те все переделаны. Добавили анимации, звуки. Так что давайте, 3000 лайков. Так, надо как-то убегать от него. Но он такой медленный, что от него убегать? Он мне ничего не сделает. Смотрите, если просто вот так по прямой дам. Ну и что, Сережечка, я тебя обманул. Классно, ребята. И тут сам напросился. А он медленный очень, ничего не делает. Хи-хи-хи-ха. Фиг тебе. Серега, ну тебе. Я не хотел этого, я не хотел. А ты мне ничего не сделаешь. Точно? Да, да, да. Так, ночной режим. Дима, ну Дима, ты сам. Я ничего тебе не сделал. А, ты Фокси активировал? О, убил двоих. А я живой. Я Фокси по жопе бью. Он уже руку поднял, а будет бежать. Да, получается, попадаю ему по жопе. О, вижу, 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 побежал. Не, Серега, нет, нет, нет. Пацаны, глупцы, бегите. Отлично, я успел, я успел.
Офигеть. Смотри на левую сторону. Успели? Вот это да, в последний момент. Серега, ты не смог меня поймать. Вот это классно. Такое я люблю. Серега еще не может нормально даже помочить. Так, я вижу, наш пришел, открываем. Или никого нету? Нету никого, все мертвы. Так, следующую серию мы будем когда записывать, эту рубрику, мы обязательно будем записывать 2 на 2. Два аниматроника и два охранника, будет пожестче. Серега решил видеть, что не может нас убить, решил кнопки понажимать. Ну давай, давай, покажи, на что ты способен. Дима, кстати, хорошая идея. Какая? Два аниматроника и два охранника. Да, так и будет. Эффективно. А может на восьмерых записать? Три часа ночи уже, 6... Дима, вы хорошо держитесь. Шесть аниматроников и два охранника. Вот так, наверное, будем записывать. Серега, мы вообще пройдем эту ночь. Ты можешь даже не сомневаться ни капельки. Три часа ночи. Конечно, я же говорю, мы прошли. Ты живой пока что. Я живой, я не умер ни разу еще. Представляете, как хорошо мы играем, ребят? Я видел кого-то в коридоре. Отлично. Ты успел закрыть двери, ты пожертвовал собой, но при этом мы выжили. Красавелла. Так, Фокси все стоит. Для, все для своих делается. Молодец. I always come back. Так, теперь я с левой стороны. Пост принял. Давай, если что, я закреплю. Блин, я уже молнии боюсь и грома. Делай шляпе, Дима. А что за шляпа у тебя там? Большая. Большая шляпа, ну это... Это хорошо. Закрывай. Есть, я успел. Успел. Успел, успел. Убери свои когти вонючие от моего окна. Отошел. А чё он не пришел? Я же вызвал вроде его. А кого я должен был? Голден Фредди вызвал. Нет, Фокси. Я Фокси. Фокси вызвал. Фокси что-то не хочет бежать, подлец. Он руки поднял. Убей их. Блин, да мы... А кто нас убил? Голден Фредди. Я ему подсказал, Серега, я сказал, ты сразу нашла кнопку, да, наверное? Блин, сам подсказал, как умереть. Да, у Маши у пчелы, я понял. Закрыл. Молодец. Молодец. Я видел, как уже его нога хотела сюда пролазить. Но у нас самые лучшие мастера собрались. Охранники. Поэтому, кто хочет с нами записывать, заходите в наш Дискорд. Ссылочка в описании. Любой может зайти, пообщаться, записать и поугарать. Для этого надо лицензионный Гаррис Мод обязательно. Стоит в камеру, смотрит, смотрите. Видите его зеленые глаза вонючие? Ничего не может сделать. Ничего. А че он завис? А ну дай я выйду, посмотрю на него. Не, иди ты. Я боюсь. Вот, блин, хотел тебя выгнать. Закрывай, закрывай двери. Йоко умер. Так, на сцене все стоят. Вон аниматроник стоит. Открываем. Так, я чекаю. Все хорошо. Блин, я теперь вижу, как ты это взял фонарик с этого мода. Вот это он светит ярко. Офигенный мод. Там Федя стоит. Где? Вот тут, справа. Эй, я застрял. Что? Что? Эй, бах какой-то. Что такое? Так, какая-то невидимая стена здесь присутствует иногда. Фредди, у правой стены, правой двери. Не бойся, я тебе буду все... у нас сегодня аниматроники на танках едут. Серега, сможешь сюда проехать? Едет. А, у него ж нет ничего, можно пройти мимо. А ты выйти не сможешь. У него зависло, видите все? Да тихо. Надо валить. Что за невидимая стена? Да тут какие-то баги. Ну, Серега, ты понажимал невидимые стены у нас. 6 часов вы выжили. Да какой мы умерли, Серега, мы не смогли пройти эту ночь. Не смогли. Что, по новой? Давай, ну, короче, попробуй нас убить в течение... Давай по новой, Миша. Давай, в течение минуты нас убьешь, значит, ты победил. Если ты в течение минуты нас не убиваешь, значит, победили мы. Только честным путем. Честным? Хорошо. Да, можешь нажатием кнопок даже. Че, время пошло? Все, время пошло. Ребята, давайте, напишите в комментариях, кто же затащит, Серега или мы.
Я жду. Жди. Жду. 10 секунд прошло. Ха, фиг тебе. А он ты что, спрятался? Спрятался где-то, да? Нет, я возле офиса прям. Он забежал! А я его вижу, он когда не видим, у него жизнь не светится. Ой. Опять невидимая стена. Да что за бред? Да ну а что я врезался здесь? Серега тоже завис. Да блин, я во что-то врезаюсь. Там какая-то штука невидимая. Это аниматроники. А, получается, когда нажимаешь кнопки, там стоят ихние места, да? Где они должны? Да. И я в них упираюсь. Они телепортируются. Ну, в чем минус? Я тоже застреваю. Ой. Вывод можно сделать один. Серега сегодня победитель. Бывает я побеждаю, но бывает и Серега. Если понравилась эта серия, и вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш Дискорд. Ну а всем отличного настроения и после моей ролики еще. Серега, поджигай. Ух ты, смотрите, как задамажил. Стул колбасит.